Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», в студии Роман Быков. Майские праздники, с чем они у нас ассоциируются? Ну, конечно же, в первую очередь с выездом на дачный участок, на шашлык, на работы, а либо с выездом в лес. И здесь есть определенная опасность, а иной раз даже неопределенная. Можно заблудиться. Не, конечно, кто-то может заблудиться на дачном участке, но в первую очередь, конечно, люди теряют ориентировку в лесу. Это большая, на самом деле, проблема, это очень серьезно, когда люди переоценивают себя, переоценивают свой опыт, думают, что они прекрасно ориентируются на местности, либо они думают, что вот этот лес я знаю как свои 5 пальцев. Ну, выясняется, не как 5 пальцев, даже не как 3 пальца, выясняется, что у границ того леса нет своего и не своего. Человек идет, думает, все знает, а потом ау-ау, как в том детском мультике, а уже и никто не откликается, и непонятно, где находишься. И связь сотовая, как назло, не работает, да, у нас и в городе зачастую плохо работает, а в лесу тем более, говорит нам всем «до свидания». И что делать в этой связи? Люди, к сожалению, начинают метаться, куда-то идти, бегать, в итоге уходят еще дальше от жилого сектора, что называется, и в итоге это может даже окончиться летально, к сожалению. Либо человека обнаруживают спасатель, но уже в крайне изможденном, истощенном состоянии, это тоже не шутки. В общем, о том, что делать, если вы заблудились в лесу, об этом мы сегодня поговорим. Очень актуальный эфир, тем более, как я уже сказал, не только майские праздники начинаются, в принципе, просто теплый сезон. Люди где-то до октября будут ходить в лесу, поэтому послушайте нас, пожалуйста, что делать, если вы заблудились, и в том числе, что делать, чтобы не заблудиться. У нас сегодня в гостях волонтеры, добровольцы известного такого объединения «Лиза Алерт». Это спасатели, и о том, как вообще это объединение появилось, как оно работает в Тверской области, как, в принципе, оно функционирует. Об этом мы сегодня и поговорим. Хочу представить наших гостей. Это когда-то мой коллега, работавший в нашем телеканале, оператором Игорь Стасюк, доброволец поискового отряда «Лиза Алерт» Тверской области. Приветствую. Давай. Это его коллега Ксения Новицкая, старшее направление школа «Лиза Алерт» Тверской области. Добрый день. Добрый день. Еще одна ее коллега Ольга Новикова. Это старшая пресс-служба, даже есть пресс-служба, моя коллега, получается, тоже. Поисковый отряд «Лиза Алерт» Тверской области. Добрый день, коллега. И Светлана Дулова, информационный координатор старшего проекта «Ночной патруль» поискового отряда «Лиза Алерт» Тверской области. Добрый день. Добрый. Ну что ж, уважаемые гости, расскажите вообще, какова история поискового вот этого движения в России? Мне все время было интересно, а почему такое название? Ну, начиналась эта история очень давно и очень грустно. В далеком 2010 году в Подмосковье потерялась маленькая девочка. Ее нашли, но нашли на сутки позже. И те, кто ее искал, со временем решили, ну, дети не должны так теряться. Надо собираться искать постепенно, постепенно. Вот вылилось в такой большой отряд. Почему большой? У нас сейчас 40 тысяч человек по всей России. Нас, не знаю, 60 с лишним регионов по всей России. Уже мы ищем людей, пропавших в лесах, в городах. И развиваясь, мы набираем тот самый опыт, без которого очень сложно искать. Ведь в 2010 году люди искали по наитию, куда пойти, что делать. А сейчас у поискового отряда «Лиза Алерт» есть своя методология, свое обучение, своя школа. И мы готовы этим делиться с людьми, со всем, со всеми, кто хочет эту информацию получить, чтобы люди не терялись в первую очередь. Ну, а если уже потерялись, будем искать. Хорошо. А когда и как Лиза Алерт пришла в наш регион? 4 года назад, почти 4 года назад, был сложный поиск. Пропали 2 бабушки. Вот. И, собственно, просто люди поехали искать и поняли, что хотят примкнуть к нашему подразделению, ну, не подразделению, к отряду. Вот, и, собственно, тоже помогать искать людей. А сколько таким образом сейчас вот в нашем регионе ищут людей? Сколько у вас вот в Тверской области? А у нас больше 100 человек в отряде. Но это Конаково, Калязин, да, вот. Тверь. То есть пока только 3 муниципалитета? Да. А почему? Ну, у нас есть еще один отряд, поэтому, скажем так, совместно работаем. Отрядов по России по-настоящему много. В Твери есть узкоспециализированный только по Тверской области «Сова». Есть ваши коллеги. Да, есть «Экстремум». «Экстремум» Питер. В Питере. В Твери еще есть «Волонтеры» в Нижнем Новгороде. То есть отрядов много. Ну и есть «Лиза Алерт», который объединяет все это. Названий может быть много, а дело делаем одно, ищем людей. И там уже, как мы называемся, вот лично мне не сильно важно, важно найти человека, вернуть. А почему, правда, «Лиза Алерт»?
Когда искали в 2010 году девочку, пропавшую, да, говорили, да? Ее зовут как раз Лиза, звали. Лиза Фомкина, вот. Да. Собственно, года, в честь нее назвали Лиза, а Алерт – это по аналогии с американским Amber Alert. В Америке есть система, очень замечательная система Amber Alert. Amber – это имя 9-летней девочки, там своя история. Вот. И в американской системе, если ребенок пропал на каждом экране в городе, на каждом билборде на трассе, всем смс-ки приходят, приметы, кто, где, когда. У нас такого нету. У нас оповещение – это репосты в соцсетях. Это иногда новости, телеканалы. Почему-то не очень активно берут к себе в новость «пропал человек». Почему? А вот неправда. Я, кстати говоря, вот сюда в эфир, не знаю, с кем связался, я звал вас. И тогда почему-то вообще не захотели приходить. Да, я так удивился, как раз хотел рассказать. Может, было год, может, два, три, назад, что-то такое. Но стопудово я звал именно Лиза. Алерт. И что-то, да не, нам что-то некогда, еще что-то такое. В общем, не пошли. Может, она звал осенью? У нас тогда прессы еще не было. Вот. А, может быть. Назад, да. А что, а без пресс-секретаря мы боимся? Мы заблудимся на телестанции? Нас не найдут? Может быть, дело в том, что людей столько было, да, желающих, и не столько было тех, кого можно было делегировать как раз-таки к вам в гости. Что, у вас есть достойные, недостойные? Вот. А, нет. Да нет, конечно, нет. Все добровольно. Ром, у нас 24 направления. В поисковом отряде есть свои картографы, свои пилоты беспилотников. У нас есть конное направление. У нас есть свои связисты. Есть те, кто занимается прессой. Отряд ведь добровольный, и у меня есть желание помогать отряду. Чем я могу помочь? А можно много выбрать, чем я могу помочь. Если кто-то готов приходить в студии и рассказывать, а кто-то готов в лес пойти и по пояс в болоте искать человека. И вот тот, кто идет в лес, в болото, не всегда готов прийти в студию. Так но получается. Ведь именно он может рассказать интересные истории, как он кому-то там. Ведь мы же не только сидим в студии, мы же тоже ищем. Ну, я понимаю, да, но все равно, в общем, ладно, хорошо, что пришли. Игорь, ну вот ты сейчас сказал, что в Америке это интересная вот возможность. Сказал, у нас такого нету. А что мешает внедрить у нас вот этот американский опыт? У нас мешают внедрить некоторые законы. Например? В первую очередь, закон, о котором наш руководитель отряда Лиза Лерт, Григорий Борисович, просил Владимира Владимировича Путина, и даже он сказал, что да, нужно это выполнить, и что-то пока тормозит. Ну какой? Закон об определении местоположения. Люди смотрят телевизор, разные сериалы, когда человека по телефону моментально определяет местоположение, едут туда. Это все. Почему? Художественные фильмы. Как происходит на самом деле? На самом деле на опушке леса стоит одна вышка сотовой связи. И определить, где телефон, можно только приблизительно. В угол 120 градусов и дальность далеко, далеко и далеко. Но чтобы даже получить эту информацию, нужно получить разрешение от судьи, чтобы сотрудник правоохранительных органов пошел к судье, тот подписал договор, подписал бумаги, эти бумаги отправились сотовому оператору, тот согласился выдать информацию. Мы очень просим, мы все просим, те, кто ищет людей, чтобы наши депутаты приняли закон, который позволял бы не нам, не волонтерам, нам это не надо, чтобы хотя бы служба 112 могла определять. Вот позвонил ты 112, у тебя, может, какая-то проблема есть. Мы с тобой, люди уже не молодые, смотрел когда-то сериал 9-1-1, давным-давно в Америке. И когда человек звонит 9-1-1 в Америке, там сразу определяется адрес, где, откуда человек звонит, почему у нас это нельзя сделать. Чем вы для себя объясняете, что наши депутаты Государственной Думы, наши слуги народа, почему-то не хотят это рассмотреть? Ну, вы для себя чем-то объясняете? А мы не там, мы не в Думе, мы в лесах. Ну, хорошо, ваше руководство столичное, ну, что это такое? Мы пытаемся, пожалуйста, примите. Я понимаю, вы просили выделить вам 1 000 000 000 рублей, ну, это денег на бюджете, то все. А тут вы же денег не просите, это всего лишь нужно депутатам взять и вот так поднять руки. Мы не депутаты, Ром. Но это уже решается не на нашем уровне, как бы, поэтому... Но мы можем сказать простым людям, а что же сделать, чтобы не теряться... И не ждать заполнения этого закона, принятия. А вот об этом вы расскажете после небольшой рекламы. Мы уходим на небольшую рекламу, буквально 3 минуты. Потом вернемся. Очень сегодня интересная тема. Майские праздники, вообще теплый сезон наступил. И мы будем сегодня говорить о том, как не потеряться в лесу. Ну а если потерялись, то что делать? Реклама. Мы
Мы снова в эфире. Программа «Тема дня». У нас сегодня очень интересная тема, очень актуальная, самое главное. Наступил теплый сезон, люди массово начинают совершать походы в лес. И, к сожалению, не всегда эти походы проходят успешно, люди теряются. А, к сожалению, время от времени они гибнут в лесу. Что делать, если вы потерялись? И как предотвратить это? Об этом мы сегодня в том числе и поговорим. У нас в гостях сотрудники, добровольцы спасательного отряда добровольческого волонтерского «Лиза Алерт». Ну что ж, уважаемые гости, скажите, давайте сначала, что делать, чтобы не потеряться? И вообще, что может быть взять с собой, если ты отправляешься в лес? Даже если ты уверен, что он тебе прекрасно знаком. Ну, во-первых, хотели бы посоветовать с собой обязательно иметь телефон заряженный. Обязательно пауэрбанк брать с собой. Обязательно. То есть не то, что он меня сутки держит, не проблема. Нет, там, а кто-то говорит, да трое суток. Обязательно надо всегда находиться на связи. Конечно, мы рекомендуем брать перекус с собой. Что опять-таки? Кто-то чипсы-то берет. Нет, батончик питательный, воду также класть в рюкзак. Кто-то бутерброд. Посмотрите, правда, что именно брать? Потому что у каждого перекус свое понятие. Какая-нибудь там девушка скажет, я без пирожного жить в лесу не могу. Кто-то воду. Бутербродов. Воду. Сколько? Самое главное. Но мы рекомендуем 2 по 0,5 брать воды. То есть, давайте вот пальцы сгибать. Да. Литр воды взять. Минимум, что из перекуса наиболее практично? Орешки, сухофрукты, батончики, шоколадные. Шоколадные. Да. Которые питательные, утоляют голод. Угу. Вот, но... Бутерброды не надо или как? Ну, бутерброды, там, конечно, по желанию, но... Ну, вот в первую очередь то, что вы сейчас назвали. Такие, да, энергосберегающие продукты, да, это как раз такие шоколадные батончики и сухофрукты. Орехи. А батончик, если жарко, погода не растает? Ну, если очень жарко, поэтому мы и говорим, сухофрукты, орешки, что-то такое надо иметь. Вот, далее для нас до сих пор, наверное, загадка остается в отряде, почему все ходят в камуфляжных одеждах. Это они, наверное, прячутся от грибов. Да, самое главное, они прячутся от вас, наверное. Да, вот феерично, наш поход в лес – это камуфляж. Неважно, ты охотник, рыболов, за грибами ты пошел просто на пикник. Это просто must-have камуфляж. Да, поэтому мы, конечно же, рекомендуем что-то яркое. Да, яркую кепку с собой взять, что-то, чтобы выделяться из природной среды. Потому что лес – это всегда очень сложный. Лес, да, все верно. Очень сложный поиск. Не видно, не с вертолета. Даже можно, я слышал, если человек в камуфляже потерял сознание, ты можешь мимо вот рядом пройтись, да, где-нибудь под кустами, верно. И ты его не заметишь. Да, что еще дальше? Точно. Автомобильная жилетка, вот эти за 200-300 рублей продают. Там сигнальные 200, да, жилеты. Вот они прям шикарно помогают, и со светоотражающими полосками они еще. Не нужно думать, что это глупо, мы еще видим. Зачем мне яркая жилетка в лесу? Угу. Это не глупо. Это не пригодилось? Тебе не стали сказать, да хорошо, что не пригодилось. С чьей стороны заяц, да, подумает, вот дурак-то в жилетке ходит. Совершенно верно. Что еще? Итак, яркая одежда, еда мы перечислили, вода тоже. Свисток. Свисток, да, потому то что когда человек заблудился, да, он кричит, и бывает, что срывает голос себе, и как в помощь идет свисток. То есть свисток мы слышим далеко. И опять, ты не будешь выглядеть глупо? Да, нет, конечно. А он маленький, в карман кинул, и все, пусть лежит. Угу. Да. То есть не шутки, свисток, что еще? Свисток. Спички. Обязательно взрослым мы рекомендуем брать с собой спички. Спички. Нет, ну, спички, зажигалка, то, что, чем можно разжечь огонь, да. Что еще? То есть это тоже обязательно. Ну, вот, из такого вы сказали, Ксения, вы сказали, что спички, давайте называть вещи своими именами, далеко не все люди, даже на даче, где есть газетки старые, дрова, даже в этих условиях не у всех прям получается суперски развести огонь быстро, даже в этих, а лес, где сухих дров запросто может не оказаться, топор надо ведь брать с собой? Нет. Нет. Соответственно, не нарубить, даже если лежит сухое старое бревно, ну что от него, как отщипнуть и так далее. А вот вы просто сказали спички, то есть только спички. Как разжечь огонь? Я понимаю, профессиональный спасатель разожжет, обычный обыватель. Вот спички, дальше что? Ну, ситуации бывают разные, но наша задача как бы дать шанс на спасение человеку, и если все-таки такая возможность у человека будет разжечь этот огонь, он должен, должен постараться. Да, мы нашли бабушку с дедушкой благодаря тому, что они зажгли огонь. Именно, и они смогли. Пожилые, даже если они грибники, не сухие ветки возьмут, да, они будут дымить, а дым издалека будет виден. Для нас это будет уже сигнал. Вот. Несколько лет назад был поиск, зимний поиск в Калязинском районе, и как раз-таки спасением этого человека мы его нашли, он был жив, с ним все было в порядке, но его спасло как раз-таки то, что он являлся курильщиком,
И он две ночи, двое суток он был в лесу, две ночи, и он спас себя тем, что вот у него была зажигалка, и он что-то разводил, какие-то себе костры, и, в общем-то, так спасся. Две ночи он, да, две ночи он переночевал в зимнем лесу. То есть курение бывает не только сокращает, да, но и продлевает. Да, представьте себе, да, вот это как раз-таки тот самый случай. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, да, да. Хорошо, спички, что еще? Еда мы перечислили, вода перечислили, одежда перечислили, спички, что еще? Спички, нет, наверное, это основное, свисток. Что должно быть. Mm-hmm. Телефон, свисток? Конечно, телефон. Ну, телефон, да, скажем, все, да. То есть вот это... Компас сам у нас не умеет пользоваться, люди. Вот, справедливо, да, да, да. Раскатил. Компас стоит или это миф пионерский наш еще, что если компас... Если ты умеешь, ты умеешь пользоваться компасом, я тебе сейчас дам компас, ты поймешь, что тебе с ним делать? Открыть. А если открытый? Ну вот, в лесу открыл, закрыл и пошел кричать «ау». Это будет свисток свистеть, я теперь знаю. Mm-hmm. Лучше намного телефон. Потому то что есть, короче, если... компас – это миф. И не умеешь пользоваться – не бери. Да. Да. Телефон у нас все умеют пользоваться. Телефон 112 все знают. Даже если кстати, на вашем телефоне. На самом деле. Ну, да. Сколько мы говорим, люди спорят, особенно старшего поколения, 0203 в голове. Даже если у тебя на телефоне нет этих полосочек, и кажется, что связи нет, 112 работает. И позвонив на 112, вас могут переключить на... У нас есть направление «Лес на связи». Переключить на этого человека, а он может помочь выйти из леса. А что это за сотрудник? Это лесник? Кто это? Или это, в смысле, ваш сотрудник? Это наш сотрудник, да, это направление нашего отряда «Лес на связи», которые помогают по телефону выходить людям из леса, если все в порядке. А как он себя, это правда интересно, а что он вот говорит человеку? Ну, человек, я заблудился. Ну, в первую очередь человека нужно локализовать, где он находится, примерно ну, понять, условно, Калининский что, район. Что, как, где, куда он заходил, откуда он заходил, условно, сколько Петрова, он проходил, дальше, что он видел, угу. Слышит ли он какие-то звуки, например, дороги или собак, или еще что-то. Ничего не слышит. И при наличии современного смартфона и при наличии интернета, ну, это чаще всего бывает в московском регионе, без интернета. Нет, давайте про Тверскую. Ну, можно без интернета, интернет, но это более сложная система. Да. То есть отправляется ссылка на телефон, и по ней человек в программе, ну, то есть локализуется, отображается его, грубо говоря, местоположение, ну, с каким-то там плюс-минус радиусом. Это я уже точно не смогу сказать. Ну, грубо говоря. Тебе придет смс-ка на телефон, там будет, что нужно нажать. И, возможно, ты сможешь прочитать координаты. И передать. И тогда тебе вот так вот. Но координаты плюс-минус. Опять же, все зависит от сотовой связи, насколько далеко ты от вышки. Ну, ты сказал, что 112 работает везде, даже если не... Не везде, но дальше, чем простая сотовая связь. Ты можешь не подцепиться к своему сотовому оператору, но 112 тебя обслужит любой другой сотовый оператор. 112 телефон, больше шансов, что ты дозвонишься. Угу. А, кстати, ну мы с темой, что брать в лес, закончили, все. А обувь, например? Сейчас, подождите. Да. Вот да. Важный момент про когда собираются в лес. Сказать, до скольки часов идут. Ну, допустим, что там в 6 часов я уже буду дома. То есть к какому-то конкретному человеку, который будет это контролировать. Так называемое контрольное время. И если человек в 6 часов не вернулся, не отвечает на телефон, то не надо ждать никаких там суток, трех суток. А можно уже сразу подавать заявление в полицию, чтобы начинали искать. А полицейские как раз ведь говорят, что нужно сутки подождать или как? Нет такого правила. Нет трех суток. И тем более трех суток тоже нет. Медлить значит хоронить, есть такая фраза. Сразу, как только потерялся, сразу надо... А что делать, если все-таки полицейские сказали, суток еще не прошло? Ну, допустим. 112 позвоните. Хорошо. А вы сказали, вот я вернусь к 6 часам. Но в том-то и штука, что человек идет, он, как говорится, счастливые часов не наблюдает, фанаты леса тоже. А он не смотрит на часы. Точнее, он, может, смотрит, но он не знает вот этого радиуса. Условно говоря, что вот я прошел, если 3 часа, то есть вышел в полдень, 3 часа прогулял, стоп, надо возвращаться обратно, чтобы 3 часа еще раз прийти назад. Нет, тут больше про то, когда тебя начать искать. Какое время ты точно вернешься домой, планируешь? Ты же, когда выходишь из дома утром, ты же знаешь, во сколько ты приблизительно вернешься домой? Плюс-минус. А то человек заплутал, потерял счет времени. Ведь чем раньше начнут искать, тем больше шансов найти. Если ты пошел на 2 часа в лес, и тебя через 4 часа все еще нету, наверное, уже надо искать. А если ты пошел, говоришь, я пойду на весь день, и ты на 1 час задержался, ну, родственники скажут, наверное, не будем искать. Ну, может ведь все-таки человеку дать такой совет, что если он запланировал, вышел, как я говорю, в 12, планирует в 6, что смотреть на часы, и, грубо говоря, 3 часа дня, а надо уже в обратную сторону идти, верно я понимаю? Ну, либо да. Позвонить вот по телефону, если... Нет, ну, если он еще не заплутал, по крайней мере, думаю, что не заплутал. Хотя бы сказать, что кому-то, кто остался в деревне, дома, я пойду в лес,
Да, и в точку входа. Ну, хотя бы направление пойду. Я пойду вдоль того, что справа от реки. Я пойду в лес на дальнюю поляну, ту, которая вот там у деревни такой-то, чтобы хотя бы понимать, если человек пропадет, куда он пошел? Да, что да, он да, вообще да, пошел да, куда-то. Очень много такое-то. Поисков, когда человек был, его нет. А что с ним? А потом, мне кажется, он одинокий, пошел. Или это человек, у которого есть семья, ну, раз такой может быть. Соседи, не знаем. Соседи, вот. Да. Ну, а бывают случаи, когда членам семьи не сообщают, что пошел в лес? Да, это... бывает. Бывает? Да. Бывает. Но обычно, смотрите, грибники, там ягодники, когда ходят в лес, они знают прям конкретное место, куда им надо. Да я на 10 минут сейчас вот. Свои полянки, и они время примерно представляют, сколько им нужно там сходить туда-обратно. А если человек вот наслушался, рассказал, что грибы вот такие, ну, по 3 рубля, и, соответственно, он не является профессиональным грибником, просто, я тоже такие хочу. Ну, это таких меньше бывает. Но на все равно обычно как-то это ориентируют, что там до темноты выйти, например. То есть по темноте как-то нет желающих. Ночевать, да. Ночью, правильно? Ночевать в лесу. Ну, если только не экстремал какой-нибудь, да. Такое тоже бывает. Скажите, а реально, идя в лес, которого ты не знаешь, конечно, мы берем такие случаи, мы не берем случаи с профессионалом, который ориентируется прекрасно и так далее, а реально ли какие-то, ну, запоминаешь, что называется, а вот здесь камень, а вот здесь, там, условно говоря, проток, а здесь дерево повалившееся, или если человек потом, может, это даже заблудится, он обратно не сможет выйти, это как-то вот реально? Есть такое понятие линейное ориентирование. Угу. Это то, что, дойдя до куда, ты вроде как спасен, если ты заблудился. Дорога, река. Дорога-то понятно, да. Просека, линия электропередач. И вот, проходя вот эти линейные ориентиры, неплохо бы их запоминать. Когда, если человек потеряется, дозвонит 112, переключит на лес на связи, его спросят, а что ты запомнил? Он скажет, я прошел две реки, а после реки я увидел ЛЭП. На карте намного проще будет человека найти. То есть, как мальчик с пальчик, камешки кидать не получится. Камешки, ни с какой стороны мох надели, ни с какой стороны муравейник надели. А почему, кстати, вот эти школьные приметы, которые нас учили в сторону света, мох он там... А у муравьев компаса нету, они не умеют им пользоваться. То есть, поэтому они где хотят. То есть это сразу вот нужно смотреть, а мох то же самое? То же самое, да. То есть это на школе обманывали столько лет? Это идеальные условия. Не договаривали. Не договаривали, да. На самом деле, естественно, конечно, когда человек понимает, что он потерялся, естественно, он испытывает, ну, какой-то страх, какую-то панику, и, ну, грубо говоря, может замечать какие-то визуальные, ну, обманы, допустим. Мне кажется, ну, часто же бывает, особенно те, кто терялись, рассказывают, что да вроде бы вот я здесь ходила, вот я кругами хожу, и, говорят, еще лес водит. Знаете, такое выражение слышали, что лес вот как-то вот он... Не, я знаю, что человек, потеряв ориентировку в лесу, он начинает ходить по кругу. Он отклоняется в какую-то сторону. А я слышал, по-моему, в правую, потому что правый шаг, он не больше. Нет, не у всех нет. Не я читал точно. У меня левый, я в вот. То есть тоже, вот это опять-таки из тех историй, которые я читал в детстве, и я думал про мох, про муравьев, про шаг, это тоже на самом деле не спасает. Нет, да, нет такой статистики. Очень да. Разный. Например, лес в Нижегородской области, для нас мы бы сказали, ой, да это Бобачевская роща. И лес в Тверской области, это лес. А есть еще и похуже леса, да? А есть еще Ржевская область. Ну да, есть биосферный заповедник наш, где вообще тот самый аутентичный лес сохранился. Хорошо, положение по солнцу как-то поможет или это тоже только значит? А у нас солнечных дней мало в Тверской области-то. Ну, давайте, если идеально поможет, то есть может спасать... знать время дня. Дня. То есть я, к примеру, знаю, что на юге солнце где-то с часу до двух ориентировочно стоит. Это может, да, помочь. Ну, понятно, если это утро, то на востоке, если вечер уже, то запад. То есть это постепенно приближается к правилам пользования компасом. Не, ну я просто уже знаю с детства. Но даже лес на связи, они будут спрашивать там вплоть до того, где у вас солнце, где вы его видите, то есть тоже это... какие над вами облака, какие самолеты там пролетали. Интересно, а облака как что? Ой, это у них там какая-то сложная своя там система. Своя, у них, да, алгоритм работает. А самолеты, то есть они сразу, ага, Боинг там, компании там. Так, в интернете все же какой-то... трассы видны, где какой самолет летит, зашел, посмотрел, есть вообще там сейчас пролетает самолет или нет. То есть на небо очень полезно посмотреть. Да. При ясной погоде, да. Конечно. Да. А, да, важный момент. Угу. А или мы потом дойдем, да? Да нет, давайте мы уже пришли. Если заблудились, да, и видите вертолет или беспилотник,
Это, скорее всего, какой-нибудь спасательный. И вот жилетка тоже пригодится там помахать. Не надо бежать за ним, да. Кричать тоже не надо. Да, кричать не надо, просто стоять на месте. И самое главное, если человек заблудился в лесу, это остаться на месте. И не только в лесу, кстати говоря. Потому что люди теряются еще и в городе. То есть человек понял про город Мадельбург. То есть если ты понимаешь, все, ну, пошел вроде обратно. Нет того камня, нет там того поворота. Но я знаю, что меня будут искать. То есть не нужно бегать по лесу. Нет. Начал звонить, не беги никуда, да. Верно я понимаю? Надо встать на месте, да, остановиться. А возможно найти открытое место, если есть возможность здесь остановиться, или вот чуть дальше? Какая-то поляна, условно. Это невероятно поляну, сложно, да. Конечно, оставаться на месте, психологически сложно. Ксюша знает. Да, я знаю. А вы терялись? Нет, я не терялась, у меня была немножко другая комичная история, но это да, это в другой раз. Ну вот это на самом деле, да, сложно. Мы стараемся, пытаемся всех убеждать, и взрослых, и детей, и пожилых. И, в общем, да, много внимания этому уделяем, потому что это на самом деле большая такая беда, когда кажется, что да нет, я пойду, не могу уже ждать, надо что-то делать, надо куда-то идти. Вот, и это, да, играет плохую шутку. Мы лес разбиваем на квадраты и начинаем проверять. В этом квадрате, в этом квадрате. Здесь уже нет человека, здесь уже нет человека. А человек взял и пошел. Угу. Сложно будет искать. Хорошо, а если темнеет, есть какие-то советы человеку, ну, не знаю, там, условно говоря, найти ель, пыль, под которой можно укрыться на ночь, или наоборот, не нужно никуда укрываться, тебя не найдут. Но человек, потому что инстинктивно тоже, ну, кто-то может даже начать себе какое-то укрытие там. Ну, укрытие, да, ну, лапники, делать. Вот эти все, как бы, если ветер стоит сильный, стоит это да, делать? Стоит, на ночь, конечно, стоит как-то себя ограждать. А может быть, вы из-за этого его не найдете, он под ель запрячется? Мы же работаем на отклик, понимаете? Мы же, когда прочесываем лес, смотрим по квадрату. То есть поиск далеко квадрату. Не визуально идет? Нет, у нас разные методики есть работ. Первая методика в первые дни, мы работаем на отклик, идем. Громко-громко кричим. И тут важно, чтобы потерявшийся человек откликался, даже если ему кажется, что не его зовут, и даже если он сомневается, что это... Это не меня, это другой потерялся, да? Да. Моя очередь наступит. Шутки шутками. На самом деле это постоянно происходит. А в чем логика, я не пойму. А я же не потерялся, я сейчас выйду из лесу. Ну, что ты же как будто звонил 112. У нас самый, как это сказать, категория потерявшихся людей. Популярная. Это мужчины примерно 35 лет. Потому что они стесняются обращаться за помощью. Они же мужчины, они же взрослые. Самоуверенные. И к ним тоже как бы никто особо не подходит, не предлагают помощи, потому что, ну, взрослый, ну, мужик, человек как бы сам справится. А кто должен подойти? Медведь? А грибник? Не, а ну, я, в городе, видел, он там например, вот прошел, вроде похож на вашего. Ну, а что, он идет, я пошел дальше. Он же не кричал спасите. Да. Но он не кричал, потому что стыдно. Он взрослый мужчина. Вот и получается вот такая история. То есть доходит иногда до абсурда, что человек плутает по лесу, там пару дней выходит в какую-нибудь деревню СНТ, понимает, что это не его, и вместо того, чтобы пойти о помощи, попросить, идет обратно в лес. То есть это реальный случай, да. И чем дело только кончилось? Находили? Смотря в каком случае. Там. Да, по-разному. Случаев много, людей очень много теряется, даже не представляешь, сколько. Осенью, когда грибы... Какой-то веселый день по Московской области было больше 100 заявок. Да, в одном лесу причем. В одном лесу больше 100 потерявшихся, только те, кто позвонил и сказал, что я потерялся. Это грибы, да. Лес назывался Лосиный остров. Хорошо, не будем. Москвичи пусть сами ищут. Вообще, мне кажется, Московская область такой урбанизированный регион. Ну, сами знаете, там СНТ за СНТ, либо город за городом, село за село. Ладно. А у нас вот тоже есть какие? Вы какую-то статистику ведете, сколько теряется? Да, ведем. Ну, речь это о сотнях, о тысячах, как вот. Хотя для понимания телезрителям. Все дело в том, что не все обращаются, не все знают, что можно позвонить я по номеру 800-700. Ну, где-то около 1000 за год, это в нашем регионе те, кто обращаются к нам в отряд. Причем за год это имеется в виду именно календарный год. Не, как я говорю, с мая по сентябрь, а именно теряются. То есть теряются и в январе, и в феврале. Ну, да. Потому что у нас же бывают, да, вот не только лесные пропажи и лесные поиски. В городе тоже городские. Можно буквально несколько, там пару недель назад бабушка за клюквой пошла в лес. Это которая сколько вот. Лет? Кому бабушке? Ну, не клюкве же. Не помню, сколько лет, но... Ну, большой возраст, скажем так. Да, но клюква, она, когда после снега, там говорят, что она самая вкусная, которая перезимовала. Так что в лес идут всегда. Нашли хоть? Да. А бабушку клюкву? И бабушку, и клюкву. Всех нашли. Да, удивительно.
Хорошо, скажите, а правда, вот поступил сигнал, как быстро вы реагируете? Вообще, что происходит? Вы друг другу звоните, правда, интересно. Мы все более-менее представляем, хотя, как выясняется из кино, как работает полиция, пожарная. А как у вас дело происходит? Поступил сигнал? У нас работа. Вот у нас, наверное, Ксюша начнет, она у нас как раз оператор горячей линии отряда. Скажите, как вы, грубо говоря, у вас дежурят вот эти сутки, Ксения, там, эти Игорь, как? Да, у нас есть дежурство, дежурим мы по количеству часов, у кого есть какая возможность, то есть нет какого-то обязательства. Я могу 10 часов. Да, конечно, и это чаще всего даже не сутки, потому что это физически очень сложно, и это морально очень сложно, потому что заявки поступают на каждого оператора из разных регионов, то есть если я сижу и принимаю звонки в Твери, и мне поступают звонки только из Твери, нет, то есть это федеральная горячая линия, я сижу в Твери, и ко мне поступают заявки из Кемерово, из Москвы, из Башкирии. Да, то есть, ну, это федеральная сеть. 8800, единый номер. Да, горячая линия. И оператор горячей линии – это первый человек в отряде, который… Извините, которому... я перебью. А оператор горячей линии, то есть просто, Игорь, ты сказал, что нужно 112 набирать, так? Да. Да, вот я сейчас хотела про это как раз рассказать. Да, оператор горячей линии – тот человек, который принимает заявку как от потерявшегося, так и от службы 112. То есть чаще всего в большинстве регионов, ну, у нас такие очень тесные взаимоотношения со службой 112, и как только к ним поступает заявка, они сразу обращаются к нам, вот, передают всю необходимую информацию, мы ее заносим в базу специальную, есть у нас такая база, вот, и дальше уже информация поступает, да, к информационным координаторам. Вот, и Света, наверное, расскажет дальше, да, что там происходит. Это, да, это такая это система прямо очень-очень классная. Заявка. Да, принял заявку, упала заявка. Да. Заявка поступает в наш общий как бы чат, это ЛАРУ, да, мы принимаем заявку. Это наш внутренний. Терминология. Где мы видим и обрабатываем заявки. То есть поступает заявка, информационный координатор берет ее в обработку и прозванивает заявителя. Собирает первичную информацию, общую информацию, смотрит срочная заявка, несрочная заявка. Срочная заявка, если это дети, это однозначно, это пожилые люди, дементные, потери памяти, Альцгеймера, если это природная среда, вот, и человеку угрожает опасность, да, это сразу мы относим, классифицируем к срочной заявке. А угрожает опасность, что имеется в виду? Угрожает опасность, что имеется в виду? Это человек, который, допустим, принимает медикаменты, и если не принять, будет... Вот. Мы прозваниваем, сразу запускаем группу коротких прозвонов, сразу запускаем репосты, делаем ориентировку и запускаем репосты в соцсети ориентировок. И смотрим, нужен актив, не актив. То есть у нас есть классификация инфопоиск, либо актив. Актив – это штаб. То есть нужно выезжать в лес, нужен координатор. Как это происходит? У нас есть рабочий чат, общий рабочий чат. Или вы говорите, что встречаемся? Чат, у нас есть форум. Мы, форум есть, те, да, кто постоянно есть на поиске, мы в чате, в одном чате сидим. Нет, а вы есть кто-то рядышком. Собираетесь вместе, ну, физически. Да, да, да. И говорим, штаб сегодня в Медном у ДК. Да. Приезжайте все то туда. То есть не в городе, а потом туда все вместе, а сразу. Нет, мы координаты скидываем, да, куда. И в соцсетях даже просим, все, кто хочет нам помочь, кто не является волонтером, просто хочет помочь, приезжайте к нам, помогайте. Помочь ведь может каждый. А этот каждый сам-то не заблудится потом? Нет, ему в пару дадут опытного человека. То есть одного вы не отправляете? Не обязательно в лес. Можно расклеивать ориентировки, можно репосты делать, можно группы коротких прозвонов. Что это такое? Это очень много поисков закрывается просто звонками по телефону. Да, по звонку... больницы. Группа коротких прозвонов – это прозвоны больниц, там, всяких учреждений медицинских. И зачастую то есть у нас... в плане, а человек уже в больнице? Да, И очень часто так бывает, что многие поиска не видят, и вот инфорги закрывают просто информационным сбором информации этот поиск. Упала заявка, инфорг получил заявку, группа коротких прозвонов начинает звонить больнице. Первая, вторая, третья, в третьей больнице есть и похожие по предметам. Просим родственников поехать подтвердить, и только когда родственники скажут, да, мы его своими глазами видим, это наш потеряшка, мы говорим заветные буковки НЖ, один жив. Ага. Бывает такое, что в процессе еще сбора информации, ну, потерявшийся возвращается, например, самостоятельно домой тоже, вот заявка, пожалуйста, вот она поступила, и вот она практически сразу же счастливо закрылась, да. Хорошо, нет такой заявки, из больницы моргов тоже ничего. Вы собрались, условно говоря, у Медного. Дальше как вы работаете? А дальше я расскажу, как старше на месте. Если активная заявка, ну, соответственно, допустим, лесная, да, пишем
создаем тему на форуме, создаем у нас в регионе, соответственно, в рабочем чате о том, что будет выезд. Те, кто у нас люди есть, но не на машинах, ищем им экипажи, то есть все, чтобы доехали, кто хочет, приезжают на место. Ну и там, например, я уже как старший на месте, либо координатор будет, выдаем задачи, то есть как бы у нас специально есть поисковая сетка, разбиваем зону поиска и отправляем людей на задачи, объясняем, что делать нужно. И тут важный момент, что мы никогда не отправляем людей по одному. И никогда... Даже если опытный сотрудник Лиза Аллер, да? Нет, все равно нет, вдвоем. Все задачи, да, всегда вдвоем. Да, и всегда должен быть мальчик у нас в группе. То есть мальчик-девочка, как минимум. Мальчик-мальчик. Понятно, что мальчик-мальчик, но две девочки по лесу не пойдут. Да. А почему такой сексизм? Это не сексизм, это безопасность. Безопасность, и очень часто нам надо, чтобы именно девочка кричала. То есть иногда мальчику надо девочку найти, а не наоборот. Девочки езжают громче, что ли, в этом плане? Нет. А ребенок не всегда откликнется на басом его зовут. А, вот так вот? Да. И бабушка тоже может не откликнуться. Что-то мужики... Боятся, да, зачастую. А женский голос будет кричать: «Люба!» А, да, вроде меня зовут. Интересно. Вот, и новички, кто тоже... Ну, мы тоже все были новичками, тоже нам было в первый раз страшно ехать, мы ничего не знали, ничего не понимали. Но такие люди, если приезжают, мы всегда им даем опытного старшего, который, ну, как бы их научит и за ними присмотрит, и при этом как бы все будут при деле, и все смогут помочь. А задач-то много, не обязательно в лес. Те же ориентировки, опрос, пройти по деревне, в каждый дом постучаться, а вы видели, мимо вас проходили, не проходили. Камеры наблюдения, боль наша. Во многих городах есть система «Безопасный город», когда все камеры наблюдения города заведены на пульт 112. А нам приходится по Твери, по Тверской области ходить, в каждый двор стучаться. А у вас есть камера наблюдения на заборе? А можно посмотреть, не проходил ли в 8 часов вечера человек мимо вашей камеры? А что, в деревнях есть камеры наблюдения? Да. Где на магазинах, там магазинах какие-то, да, у кого-то на частных домах. Задач много, не обязательно сразу в лес и по пояс болота. Иногда у нас бывают очень нестандартные задачи, например, поиск, ну пусть будет тот же медный, да, а задачу, например, дают там какой-нибудь двойке в Твери, например, и не все понимают, зачем это надо, а там, например, было какое-то свидетельство, или, допустим, у нас бабушка там с деменцией, и мы знаем, что она могла бы туда поехать по старой памяти, там, где раньше жила, например. А, ну, завершая момент, как вы работаете, мне вот интересно, а что вы цепью вытягиваете или как? Как вы идете в лес? Вот, интересно. Ну, когда только отряд стал создаваться, работали цепью тоже, как, собственно, но просто больше ничего не знали. Но со временем появились новые методики проверенные, и сейчас мы работаем по-другому. То есть цепью мы работаем, но то есть там прям какой-то... Очень-очень редко, я даже за 6 лет не помню, что в цепи работали. Почему? Ну, по моему обывательскому мнению, это наиболее эффективно. Вы с плечником накрываете квадрат. Нет, почему это неэффективно? Неэффективно, потому что цепь, ну, допустим, даже там из 50 человек, нужно очень много старших, которые будут следить за всей этой историей. Как вы сказали, на двойки разбить. Да. Все будут, то есть лес, ну, как бы там же нельзя прямо пройти, всегда не будут поле. Обходить, будут получаться пузыри, где может там лежать человек, то есть это не будет обследована территория. То есть лес пройти, не поле перейти. Кто-то более быстрее идет, кто-то медленнее идет. Мы же не по Красной площади маршируем. То есть да, это очень трудозатратно. А как тогда вы идете? Мы ходим, у нас есть две основные методики на лесном поиске. Это работа на отклик, вот, собственно, когда мы кричим, зовем. Молчание в лесу. Дальше. Да, то есть это там 2-3 человека, им дают квадрат 500 на 500 метров. И такими вот змейкой ходят и прокрикивают там в определенном... А как эти условия незнакомого леса в 500 метров? Навигатор. А, вот так. Да, навигатор. И он работает нормально. Навигатор. Вот как раз я хотел спросить про оборудование. А что вы используете? Кроме вашего голоса. Компас, навигатор, фонарик. Рация, вот, да, обязательно, да? То есть да. Вы между собой связь держите не криком, опять-таки, а рациями? Там, где она есть. Нет, кричим мы только потеряшку в своем заданном квадрате, то есть, чтобы он нам откликнулся. А с друг с другом вы связь по рации обязательно? Да. То есть верно я понимаю, что нет какой-то двойки, у которой нет рации? Нет. Такую не отпустят на задачу. То есть у них должна быть связь со штабом в том числе. Штабные связисты есть, ставят большую радиостанцию с мачтой, чтобы со всеми связь держать. Те, кто приехал, я первый раз на пусть мне ничего нету, дают старшего. Дают фонарик, запасные аккумуляторы к фонарику, компас, навигатор. Что еще?
Вода спички тоже. Вода спички каждый с собой берет, но если нету, поделимся. То есть это тоже вы берете? Да, конечно. А мы же в лес идем. А как же иначе? Мы также собираемся в лес на поиск, также все. У нас рюкзаки с собой. Прочесать квадрат 500 на 500 метров. Как думаешь, сколько время займет? Не знаю, не ходил, не прочесал. Нет, прочесать это мы не чешем вдвоем, во-первых. Работа на отклик, но в зависимости от леса это часов 8. 6-8 часов. 500 на 500 метров всего лишь. Mm-hmm. То есть даже не километр на километр. Да. А сотовая вышка? Прочес человека... километра. Прочес, если... Ну, это прям вот мы ходим, ищем, чтобы там ни сантиметра не пропустить. А человек 500 на 500 – это будет сутки. Mm-hmm. Поэтому добровольцев нужно больше. А в среднем вы так прикидываете, сколько получается человек за 10 вот вызов? Ну, грубо. Мы же добровольцы. Вот есть у меня полбака. То есть бывает, что человек 10, а бывает человек 50 ведут поиски пропавшего? Да. А бывает, что и 2 человека? 2. А бывает, что и поиск неделю. Неделю ездим и ищем. Те же 4-5 человек постоянно ездят всю неделю по вечерам. Свободное время. Мы же добровольцы, у нас есть семьи, у нас есть работы. Да. А когда есть свободное время... Кто-то, у кого-то хобби марки клеит, кто-то хобби, не знаю, в караоке поет. У нас хобби в лес сходить. Людей искать. Угу, зачем? Хорошо, у нас опять-таки летние каникулы, самые длинные каникулы. Что можешь сказать родителям, что можешь сказать детям? Да, наверное, я отвечу. Есть у нас такое направление в отряде, которое называется «Школа Лиза Алерт». И как только все узнают и слышат слово «школа», всем известное, всем кажется, что сюда надо прийти, и все сразу пытаются узнать, как попасть к нам в школу, как привести своих детей в эту школу. На самом деле «Школа Лиза Алерт» — это сотни инструкторов по всей стране, которые по заявке приходят в учебное заведение, школы. Это может быть дошкольное учебное заведение, это могут быть другие какие-то формирования, и проводят встречи, беседы для детей. И не только для детей, у нас есть родительские собрания, у нас есть беседы для старшего поколения, для пожилых людей. Вот. И это такая беседа, в которой собран весь практический опыт за много-много лет поисков. Направление появилось в 2016 году вообще, ну то есть через 6 лет после зарождения отряда вообще. И там... То есть даже с людьми, с пенсионером проводится? Да. То есть у вас заседание клуба «Ты помнишь, товарищ, да, живет, да, как в лесу?» Да, 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 да. Вот. Актуально, да, как вот вы рассказывали случай. И мы с ребятками обсуждаем и рассказываем им, какие есть самые важные алгоритмы действия в какой-то сложной ситуации, непонятной не только в лесу, но и в городе. Что делать, если ты в городе потерялся, к кому можно обратиться? Очень большое внимание мы уделяем тому, кто такой свой взрослый, кто чужой взрослый, кто может быть безопасным, кто может быть человеком с непонятными намерениями. Вот. И что касается, вот, например, леса, это, конечно, мы тоже объясняем то же самое детям, что мы должны одеваться в лес ярко, что мы должны брать с собой даже детей из детского сада. Мы уже внушаем им, можно так сказать, что нужно брать с собой мобильный телефон, заряженный мобильный телефон, пауэрбанк. И, конечно, ни в коем случае не уходить в лес без родителей. У нас очень... большой Калининский район, и в таких муниципальных образованиях, да, в деревнях и так далее, дети чаще начинают самостоятельно гулять, самостоятельно проводить время, то есть этот возраст от столичных регионов, по крайней мере, очень сильно уменьшается. И рассказываем тоже, как собираться в лес, что нужно взять с собой воды, что нужно взять с собой покушать. Такой тревожный рюкзачок мы его называем. Много разных еще интересных вариантов слышим от детей. У детей большая фантазия, что нужно брать с собой в лес. Там бывает и дробовик, и топор, и чего там только нет, и газовый баллончик. Ну, в общем... Пакетницу. Да-да-да-да-да-да-да. Там очень большой спектр возможностей. Да-да-да. И в городе как себя вести, то есть есть блоки, что делать, если ты потерялся в торговом центре, на улице, в транспорте, как безопасно гулять, где безопасно гулять, что нужно делать. Конечно, основное правило для детей тоже оставаться на месте, что бы ни случилось. И практика показывает, что эти правила работают. И был такой случай, когда потерялся ребенок.
к нему... Сколько лет было? Ну, грубо говоря. Детский сад, ну, это да, старшая группа детского сада, да, где-то вот такой возраст. И то есть он обратился за помощью, он на беседе узнает, к кому можно обратиться за помощью. То есть это или полицейский на улице, или взрослый с ребенком, именно не конкретно женщина, а взрослый с ребенком. То есть тот человек, который охотнее и скорее придет на помощь, это будет именно взрослый с ребенком. Неужели могут быть такие взрослые, которые мальчик или девочка подошли, потерялся, пойдут дальше? Ну, да, да. Бывают такие, которым лучше не подходить за помощью. Ну, это понятное дело. И к нему подошел, ну, то есть приехал там наряд полиции, да, и он ни в коем случае не давал себя увести, то есть сотрудник хотел провести его в отделение, и там уже дальше какие-то манипуляции, которые у них там по инструкциям совершить, вот, а он упорно кричал, что он никуда не пойдет, потому что нужно оставаться на месте, и с незнакомым человеком, даже если это полицейский, он никуда не уйдет, и вот они несколько часов стояли на улице и ждали родителей. Скажите, ну вот вы говорите, я хорошо могу понять, что из-за безалаберных родителей, может, потеряться трехлетний ребенок, но обычно где-то начиная со школьного возраста, буквально с первого класса, у детей есть так или иначе сотовые телефоны. И, ну, и соответственно, там забито мама, папа, как минимум. А вот уже и одноклассники, там, Савелий или Данила. Вот, и поэтому как можно потеряться, когда у тебя сотовый телефон, ты можешь понять, мама, я что-то не могу понять, где я в городе нахожусь. Да, это такое положительное... положительно разворачивающаяся ситуация, когда есть телефон, когда он не сел, когда он не сломался. А наша задача научить ребят тому, когда вот у тебя безвыходная ситуация, у тебя нет с собой телефона. Или он сел. И даже, да, с маленькими детьми мы почему называем это беседами? Потому что мы в таком коммуникативном формате это все проводим. Вот, мы не наставляем, мы их там ничему особенно конкретно не учим. Настоятельно просим учить номера родителей наизусть. Вот, учить номера родителей наизусть. И при каких-то часто младшие школьники, не только младшие школьники, куда-то выезжают на экскурсии в другие регионы, ездят еще куда-то, мы просим класть записки с номерами родителей в карман, в рюкзак. Телефон можно потерять в метро, в транспорте, где угодно. Номер можно забыть. Номер можно забыть, конечно. И важное правило, как узнать, что на том конце телефона говорит именно твой родитель, это слово-пароль. Деткам важно обсудить и выучить с родителями свое кодовое слово, слово-пароль. А как может быть, что он назвал телефон, ну, у него бумажки, или он сам назвал телефон мамы, а что там, может быть, не мама оказывается? Ну, может быть, и не мама. А кто? Разные, ну, разные бывают обстоятельства, когда, например, ребенок не сам вводит, и ему не дают, говорят, давай, да, я там вот сейчас наберу там номер твоей мамы. И, ну, разных, может быть, не много вариантов разворачивающихся событий, да. И это тоже очень важно. Очень важный момент, слово пароль, даже когда ты... Не только звонишь маме, даже когда, например, за тобой в детский садик кто-то приходит там из знакомых, может быть, мама кого-то попросила там забрать, или кто-то пришел к тебе домой и спрашивает, дома ли мама, а мамы дома нет. То есть если этот человек по просьбе родителя приходит за ребенком, он тоже должен знать это слово пароль, потому что родитель должен это сообщить, чтобы ребенка обезопасить. Естественно, сколько случаев было, когда из детских садов уводили детей, ну, то есть... люди с непонятными намерениями, неизвестными, да. Ты куда же воспитательница смотрит? Ой, это вопрос уже такой, да, тоже больной, обширный. Это уже не к нам. Ну, да. Просто я с опыта знаю, у воспитательницы есть телефоны родителей, и она всегда может позвонить. Точно вот там вот такой-то человек в черной футболке с добрыми глазами пришел. Может позвонить, а может, получается так, что и не позвонить. Ну, опыт тогда показывает это тоже, что... Ну, конечно, это, к сожалению, да. Она мы живем, да, в современных реалиях, и, может быть, все что угодно, и события могут разворачиваться по-разному, к сожалению. Осталось немного времени, мне просто интересно, вот уже упомянули школу, образовательное учреждение. Скажите, а в целом, полицию упоминали мы, насколько... активно их, ну, вообще позитивно проходит сотрудничество, соответственно, с органами образования, с МЧС, конечно же, с полицией вообще. Как они к вам относятся? Помогают всемерно или лезут тут не в свое дело? Мы МЧС, мы сами найдем.
МЧС молодцы, они замечательно выполняют свою работу, но когда перед тобой лес 3 на 3 километра, ну, понятно. А их в наряде сколько, человек 5-6? Конечно. И вот вариант 5-6 МЧС, сотрудников МЧС, да, или, то есть, например, у вас с ним сотрудничество налажено? Да, мы стараемся наладить сотрудничество по всем регионам. Полиция с сотрудниками, ну, полиции, сотрудниками МЧС. Идут. Более того, поисковый отряд «Лизолет» не ищет человека, пока нет заявления в полицию. Это мы не... Ой, я там сейчас должника найду, пойду-ка я обману «Лизолет» и скажу, что у меня потерялся человек. Нет. Когда есть заявление в полицию, и мы с полицией сотрудничаем, и нам сотрудник уголовного розыска говорит... Да, ребят, вы можете распространить ориентировки, родственники дали на это добро. То есть те ориентировки, которые вы видите в соцсетях, вы видите на столбах, это не просто мы взяли чью-то фотографию и пошли распространять. То есть для понимания телезрителям, вы все-таки известная структура в соцсетях и так далее. То есть если человек, у него сын, родственник, через 6 часов, условно говоря, как сказал, не пришел из леса. О, ну Аня, «Лизолет» же есть. Оп, вас ВКонтакте нашел, написал. Вы должны сказать, вы ему скажете, нет, сначала в полицию, дружок. Мы на низком старте. Да, да, но низком, сначала в полицию. Да. Но 112 первый и полиция. 112. Да. Случаев много, может быть, разных. И мы, то есть по звонку не... вы не отправляетесь, по звонку гражданин, это важный момент. Да, да, да. Мы помогаем полиции найти человека. Мы работаем в рамках закона. Да. Это поэтому, важно. Дорогие телезрители, вы слышали, замечательные ребята, но сначала все-таки нужно обратиться в официальные органы, либо, как вы слышали, 112, либо просто полиция. И только после этого они пойдут искать ваших родственников или вас самого. Поэтому это важный, на самом деле, момент, но что-то подумать в соцсети, что там в полицию обращаться, можно вот напрямую обратиться и вы кинетесь искать. Это, на самом деле, важный момент, чтобы люди это понимали. Нет, напрямую тоже можно обратиться. Нет, можно, но вы скажете, да, соответственно, начнем, да, полицию, пожалуйста, все-таки обратитесь. Все это важный момент. Да, конечно. Ну, начнем уже работать. А вот учреждение образования тоже. Вы сами к ним обращаетесь? А давайте проведем в вашем там детском саду номер 155 вот такое занятие. Или они к вам обращаются? Часто бывает, что заявки поступают по знакомым, ну, то есть кто-то из знакомых, угу, там, из друзей приглашают в свои группы к своим детям. Бывает такое, что заявки поступают, ну, как бы автономно, то есть кто-то как-то где-то увидел какую-то информацию в соцсетях или в интернете, или по телевидению, и заявка поступает конкретно или от классного руководителя, или от зауча школы. Да, что? Да. И... заведующий детским садом, например. Да, 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 бывает. То такое. Есть тоже сотрудничество в этом плане с образовательными органами, ну, есть, не то, что вы, они говорят, да ну, кто такие, придут, непонятно, о чем будут говорить и так далее. То есть они понимают, что вы делаете важное? Ну, более-менее, да, более, но мы работаем, конечно, над этим. Хотим, чтобы больше школьников и больше школ приглашали нас к себе. У нас сейчас отучились инструкторы прекрасные, замечательные, которые могут выезжать, проводить беседы. И у нас тоже мы работаем в Калязин, Тверь, Конаково. Мы ездим в Конаково, там проводим беседы в Конаковском районе. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Как вы слышали, сотрудничество налажено вполне, но вот управление образования, надеюсь, нас услышит. Приглашайте, пожалуйста, их добровольцев, чтобы они рассказали, как себя вести в лесу, чтобы дети не слушали сказки про мох, муравейники вокруг сосны, с какой стороны. Это важный, на самом деле, момент, чтобы действительно дети не терялись, взрослые, чтобы не терялись. Поэтому очень хочется, чтобы сотрудничество было всемерно налажено со стороны всех структур, вот, с добровольцами. Не только «Лизолет», вы слышали, есть их коллеги, «Сова» и так далее. Те люди в свободное время тратят свое личное время, делают очень важную работу, ищут людей, спасают жизни зачастую. Спасибо вам большое за вашу работу, спасибо, то, что пришли к нам на эфир. Спасибо. Дорогие телезрители, я надеюсь, вы услышали их советы и про спички, и про воду, и про все остальное. Это очень важно, на самом деле, потому что, как я уже говорил, начался теплый сезон, хотя, как вы слышали, люди в леса у нас ходят за клюквой, даже чуть ли не в марте. Поэтому будьте осторожны, следите за собой, сохраните свою жизнь. Была программа «Тема дня». До новых встреч. Будьте внимательны.